выбивай! Приветик, мой сладенький. Хочу тебе рассказать о своем любимом сайте Купикот Голд. Это сервис для пополнения мобильных игр. Где более 5 миллионов успешных продаж. Поддержка 24 на 7. Самые низкие цены на рынке. Ну а самое главное, что вас здесь никто не обманет, потому что от вас здесь только требуется лишь ID. Доставка в течение пары минут и бесконечные розыгрыши у них в соцсетях. Ну и естественно, не забывай юзать мой промокод ZONH1, который даст вам 5% скидку на любую покупку у них на сайте. Поэтому ссылочку оставлю на ребят снизу. Переходите, они тебя ждут. Покупай, где качественнее всего. Всем хороший привет, друзья! Вас приветствует Александр Донгович, и сегодня мы на аккаунте подписчика, которому мы сегодня будем прокачивать аккаунт. Что, Степа, ты вообще готов? Ты вообще хоть привет скажи, блин. Всем. Понял. А, ну что же, мы уже на аккаунте хватит, пожалуйста, ты сейчас будешь тупо юзать на протяжении всего ролика, эту хуйню, пожалуйста, не надо. Короче, давай просто оценим его аккаунт. Как мы видим, он чуть-чуть донатер. Как бы X костюм легко, мумия повезло, и вот эта вся фигня. Короче, как мы видим, ну, подписчик донатит, если честно. Мы видим, что он донатит, тут у него есть шлемак какие-то мифические. Так он донатит? Ну, чуть-чуть, да. Ну, а, все неинтересно, прокачку офаем, ребята, офайте это видео, это неинтересно будет. Блин, ты нахуя мне руинишь, нахуй, всю, блядь, прокачку, нахуй, сука, я только начал. Хуй, я трансляцию начал. Ты сейчас на приколе, блядь? Ну, долго тебя ждать еще, давай, давай дальше. Самое главное, заходим к нему в мастерскую, в лабораторию и посмотрим, что у него за пушечки. Значит, в нашей задаче, блядь, ты заебался, я сейчас тебя кикну нахуй отсюда, блядь. Ладно, ладно, давай, Сань, взбодрись чуть-чуть. Ну? Я хочу плакать, нахуй. Заходим к нему в мастерскую. Блядь, да ты заебал. Давай зайдем. Ладно, на самом деле, ну, давайте, я предлагаю всем зрителям реально похлопать за то, что Санечка проводит такие большие прокачки. Вот, аплодисменты. Собственно, мы начинаем. Ехала. Заходим в мастерскую. Заходим в мастерскую, смотрим, значит, наша с тобой задача разными способами взять и прокачать ему вот эту вот. У него есть М-ка. Да, нужно прокачать ему М-ку. Я подумал, что это эффект такой. Я подумал, что это эффект у него такой интересный. И прокачать ему, значит, калашик, может, до окончательной, а может, до эффекта. Ну, в любом случае, я думаю, то, что мы ему сегодня нафармим, и все будет very nice. Короче, давай сперва, что он взял и попросил, это зайти сюда и купить ему эту коллабу. Значит так, твоя строгая оценка этой коллабе. Ну что можешь вообще сказать в целом про эту коллабу? Говно. Говно? Принимается. Я полностью согласен. Я думаю, в любом... Сука, я сейчас ему ебал. В любом случае. Значит, здесь у него миссии очки. Давай ему тоже еще заберем. И как думаешь, до фула ему пробьем? Или пусть он сам вкачает? Кого до фула пробьем? Как мы пробьем? Ну, вот ты это, просто, ну, ты вот максимум, это... что ты можешь только купить эту штуку и все. Ну, можно забрать все, магазин, событий. А пробустить тут-то нельзя себе ранг? Никак? Можно, почему нет? Можно, но это, ну... Я считаю, это будет без понтово. Да. Да. Это... А давай, короче, сразу, наверное, сходу 10 тысяч UC сюда. Просто проверим удачу. Ну, вот просто вот в моменте. Я помню, мы прокачивали аккаунт тебе, и нам отсюда откровенно не везло слово совсем, поэтому... Возможно, нам сейчас повезет. Ну, ты вообще на что ставишь? Что нам везет или нам не везет? Нет, это ультимейт говно. Ну, а говно... Имеется в виду сама рулетка, типа, то, как оно устроено. Да. А вот сам ультимейт, ну, довольно-таки не... Ну, сама девочка здесь, конечно, просто... Я думал, сейчас будет... Кстати, блин, сколько бы я ни крутил этот вонючий ультимейт, реально, сука, не падает от слова ничего вообще не падает, я не понимаю, какого хуя, ничего, о, хорошо, уже хоть что-то, в любом случае, сейчас мы ему чуть-чуть фармим, потом идем, наверное, ему в Мифик Фордж, ну, я так, сюда чисто простенько на 10 тысяч UC зайду, так, чисто просто, ну, попробовать, ощутить рулетку, что нам вообще сыпет, ну, как мы видим, ничего, вообще нам, ничего, просто ноль, нам рулетка только что срала в рот, ты сказал, что мы, ну, мы отсюда ничего не вынесем и пиздец на самом деле. Поэтому ты будешь на протяжении всего ролика юзать эти ебучие звуки нахуй. То есть, ты облегчил жизнь моему монтажеру, чтобы он не использовал всякие спецэффекты. Да. Спасибо, блять. Спасибо. Я даже похлопал, спасибо. Ну, слушай, по материальчикам и т.д. вроде бы успешно, но где ультимейты? Здесь реально скам-рулетка? Ну, слушай, ну, это уже неплохо. Все, и давай и последнюю десяточку сюда вкручиваем. Пока что последнюю. Я думаю, то, что мы вернемся к этой рулетке 100% желез. Что ты только что облизывал? Зевнул. Ты уедешь, нахуй. Просто, короче, давай ему тогда пока что оставим. Давай вообще, блин, я забыл список и прочитать, что он просил. Что он, значит, просил у меня? Он мне написал новый...
новый пас коллабом. Ну реально, это же будет минус уши всем зрителям. Короче, новый пас коллаба. Потом с Mythic Forge темный убийца. Вроде. М-ку и калаш. Вкачать всегда хотел. И шлем с Mythic. Короче, давай сейчас ему тогда, ну, выполним первоначальные задачи. Где это убийца темный? Это какой? Какой темный убийца? Блять, да ты заебал! Я, блядь, на твоих прокачках не позволяю этого делать. Как ты слышишь, дебил? А где темный убийца? Какой, блядь, темный убийца? Я не знаю, что такое темный убийца. Ты не знаешь, что такое темный убийца? Не, не знаю, что такое темный убийца. Прикинь, он тоже в аху, тоже не знает, кто такой темный убийца. Дружище, я облазил весь Mythic Forge, и я не нашел костюма под названием темный убийца. Мне кажется, что реально такого нет в костюме. Ну, в любом случае, ему надо забрать шлем, поэтому погнали, заберем ему шлем в первую очередь. И там уже будет видно. Там уже будет видно. Бля, ну там типа такая анимация, где он бежит и пиздит воздух, бля. Я забыл, как называют. Ну там что-то убийца. Разбег, короче, я понял. Он называет эмоцию разбег темный убийца. А он в курсе, что в Mythic Forge нету костюма с разбегом? Уже убрали, то есть ты хочешь сказать? Там не было никогда. Разбег был, в смысле не был? Не было разбега здесь. Был, был разбег. Стоп, вот он. А. Темный убийца. Он был прав. Он был прав, Стёпа. Это мы с тобой два дурачка, походу. Но он был, оказывается, прав. Значит, всё таки он... Сколько ДПшек? Ты чего? Вообще с ума сошёл? Мне кажется, что это будет неведучая прокачка. Чё-то, ну, чё-то у меня такая чуйка, блин. Чё, вот у меня такая чуйка есть маленькая. Ну, у Сань, а что ты можешь на видос сказать о секрет Юсишопе? Юзайте, ребят, юзайте. Спасибо, спасибо. Ты нахуя это делаешь, сука? Почему, сука, мне все мешаете? Ты мне мешаешь, его друзья мне мешают, блин. Иди нахуй своей уткой, ёбаный в рот, блядь, сука. Можно мне, пожалуйста, блядь? Ну я просто не знаю, блядь. Ебучий самосвет, сука. Спасибо. Короче, забираем ему тогда сразу разбег. Да, поехали. Сходу я просто все, сюда, Мифик ему. Сюда ему, Мифик, сюда. Наконец-то, Мифик. В принципе, это единственный Мифик, который нам выпал. В целом, ты, ну, считаешь Mythic Forge годная тема? В целом, да. Очень доступные мифические костюмы. То есть, костюмы, можно сказать... Юзайте, ребят, юзайте. Нахуй ты стреляешь с бизона, блядь, на заднем фоне? Слушай, блин, ну почему-то на Mythic Forge слишком много уходит. Тебе так не кажется? Почти 10 тысяч UC. Под ивентик, под ивентик, самое то. Да, под ивентик. Ну, кстати, они очень редко здесь падают. И почему, кстати, заметь, очень редко стали падать мифики с Mythic Forge. Это тоже очень хуй, понимаешь? Почему так сделал? Почему? Почему не так сделали? А? Степа, ты опять позихнул, блядь? Не было такого. Сука, ты можешь выспаться, блядь, сука, раз в жизни, нахуй, твои ебучие, блядь. На мой ролик, блядь, выспаться, нахуй. Приди, блядь, прекраснейшим настроением. С прекраснейшим. У меня прекраснейшее настроение. Это ты что такой-то напряженный, Сань? Я окей, блядь, базара ноль, нахуй. Сука, пожалуйста, выпади, Мифик, какой-нибудь. Я тебя прошу, я буду самым счастливым человеком, блядь, на свете. Ну выпади моему подписчику, блядь. Подписнику моему выпади что-нибудь. Блядь, вообще нихуя не сыпет. Просто нихуя, блядь. Почему мне донатные аккаунты попадаются, сука? Вот им нихуя, блядь, не сыпет, нахуй. Ну нихуя. А им, блядь, не сыпет. О, спасибо. Это было приятно. Сейчас сам. Наныл. Наныл, реально. Блядь, охуеть. Мне дали один кейс. Это чтобы я не расстраивался. А сколько тебе нужно кристаллов? Мне еще 4 нужно. Мне еще нужно уже 4. Да. Это 10 на шлем, да? Да, да, да. И что? Еще один выпал, да? Хорошо, сюда на базу. И нужно еще. О, еще сюда на базу. И нужно еще 2. А все же шлемы 5 кристаллов стоят. А? Все шлемы 5 кристаллов стоят. Нет, бро, он стоит 10. 5. Давай, спорим на то, что ты или я с Бримбру. Все, на Чеча присел маленький. Кто присел, дурачочек? Тебя просто батят, ебать, присел, ебать. Сейчас ты на мой член присядешь, а затем на бутылку, ебать. Все, наконец-то мы добили. Ура, нам, кроме рюкзака, не выпало. Забираем ему шлем. Я же говорил, 10 кристаллов. Отлично. Так, теперь, Степ, что нам теперь нужно сейчас сделать? Короче, я что нам предлагаю? Тачка есть у него. Мы можем ему выбить мотик. Выбьем ему мотик. Так можно же с ультимейт рулетки было другого мотик нам выбить. Зелененький. Мифический. Ну, это его только забрать за кристаллики. Шаришь? Ну. А ты что, ты все бабки слить? Новый ультимейт, ты хочешь сказать? Лучшая прокачка аккаунта. Блин, в натуре ж нихуя. Ну реально, ну что тут, ну почему мне добавили ебаного медведя, нахуй, которого добавляют каждый год, нахуй. Короче, ладно, давай сделаем так, давай нафармим ему сейчас материалов, дохуя
Просто. И прокачаем все ему. И может быть, может быть, может быть. Кстати, мы можем забрать ему вторую тачку. А почему бы и не? А какая у него есть? А у него есть розовенькая. О, надо вепочку чуть перебрать. А, так на дачу 100% надо тогда другую 100%. Чтобы вот эту вот с рожками, типа, да, вот эту штучку, да? Такое с рожками, это розовенькая. Говорю, на дачу. А, на дачу вот эту, а, желтенькую. То есть, ты хочешь ему просто две тачки не обменивать, да? Какой две? У него же есть одна тупое. У него есть одна. Ну? Так ему можно выбить вторую. А зачем ты говоришь выбить две, когда у него одна уже и так есть? Зачем ему еще будет одна и та же? Два скина на одну тачку. Нет, ну я в плане не одну и ту же, я говорю. Я говорю в целом две, типа в целом две машины. Ты в целом две выбить, а ты к первой не имеешь никакого отношения. Какой ты, сука, нахуй ты придираешься так, блядь, сильно нахуй, скажи. И ебать, знаешь, что я понял? И он везучий у него... Смотри, сколько у него гарантов, и у него уже есть машина. О, как. Ты прикинь, сука, почему он, а не я? Почему? Я не понимаю, вот может быть я такой невезучий, может быть Степа такой невезучий, но почему? Кому уже падала тачка? Ну, кто-то, может быть, крутил уже. Ты вообще веришь, что она может выпасть просто за 10 UC? Да. Да? Так я выбил все доджи за 4000 UC. Не, ну ты сравнил, доджи всем сыпали. А это вообще никому не сыпет. Держу в курсе. Поддержи за член лучше. Я уже за него держусь левой рукой. Все-таки ее не видишь. Блять, ебаный в рот, нахуй. Блять. А можно, чтобы это все обменялось? Ну пожалуйста, блять. Ну пожалуйста. Или чтобы мне выпала хотя бы одна машина. Одна машина. Ты должен замолчать просто. Тишина. Тишина. Спасибо за спецэффекты, что облегчили жизнь моему монтажеру, но в идеале за 6000 UC забрать тачечку отсюда еще. Ну да что еще, я могу сказать по поводу рулетки Volkswagen? Юзайте, ребят, юзайте. А в целом, нам нужно сюда вот эти вот 5000 UC вбахать, выбить отсюда тачку и все, пойти ему все вбахать в материалы, выбить ему X-костюмы, ультимейт костюмы все забрать, нахуй. Купить ему все. Бля, сука, я тебе, бля, ну ты такой уебан на ролике сейчас, ну просто пиздец, нахуй. Сука, нихуя, блядь. Так, надо забрать эту хуйню, блядь, первую, блядь, в первую очередь. О, вот эту. А сколько нам нужно для обменки, да? То есть, слушай, мы можем купить ему краску, нахуй, и обменять. Или выбить ему железно, добить. Железно? Добьем ему на дачу, да? Тогда дачу. Забираем 100%. Ну все, окей, тогда. Ну, мне кажется, лучше две тачки, чем одна. Ну, в любом случае, если у него нету ни одной. Поэтому, ну, у него как бы есть одна, но две будет еще лучше. Это, то есть, у нас с тобой, блядь, там, автопарк здоровый. А вот, ну, а тут будет две машинки. Да, бобики, да, фольксвагены, да, не Макларен. Ну а что, поди? А тебе вообще что больше нравится? Volkswagen или McLaren? Жигули шестерка. Блин, было бы круто, нахуй, коллабу с Жигулями сделать, а? Чисто на чебуреке кататься вообще с сайтом. Все уже подно... Почему, нахуй? Почему, блядь, сука? А, блядь, повторка ебатая! Ну за что, ну за что, блядь? И что с ней делать? Что с ней делать сейчас? Поставить две в профиль. Купить краски ему. Три краски это одна тачка, да? Ну да. Это пиздец, ну каком? Ладно, погнали, 3000 UC на добьём, блядь. Ну я не понимаю, почему повторка мне выпала. Сука, блядь, ну даже. Ну, блядь, ну пожалуйста, ну почему этот ебаный браслет мне уже падает? Какой уже раз, нахуй. Ну, блядь, он опять падает в той же ячейке, сука. Ну что, ну что, блядь? Ну ёбаный в рот, еще 2000 UC сюда. Пожалуйста, я тебя прошу, ну выпади на, пожалуйста, блядь. Почему повторки, нахуй? Ну нахуя мне твои очки, ебаче, блядь? Ну зачем? Ну мне нужно Volkswagen, блядь. Ну мне нужно Volkswagen, блядь. Оно, блядь, не сыпет, блядь. Ебаче, Volkswagen, и почему они такие дорогие, блядь? В жизни они намного дешевле. Стёп, ты, блядь, будешь хоть что-то говорить? Ну, я что мне здесь комментировать? Тебе не везет, ты ноешь. Что мне комментировать? Понял. Ну ка мы сегодня мы купим нахуй. Последняя десятка. Блять. О, да, последняя десятка. Все, иди и забираем. Все, чина, блять. Поздравляю. А, то есть у него теперь будет три тачки, то есть ты хочешь сказать? Две из них одинаковые. Ну, заебись. Мне кажется, вообще еба. Нет. Ну, похуй, неважно. Все, погнали, сейчас ему нужно. Full ультимейт, наконец-то. Наконец-то что-то интересное, блядь. А то я уже. Что сейчас может спасти в целом эта ситуация, это чтобы выпал ультимейт костюм. Но мне кажется, что он не выпадет, и я возьму в рот. Ну, спасибо за хаешку. Кстати, у него, наверное, никогда не было хаешки. Хотя кого я обманываю, он ебучий донатер. Конечно, у него была какая-то хаешка, блядь.
Родники, самый удобный, самый дешевый юзершоп вообще, который я нашел, это Bebra юзершоп. Вот здесь вот будет QR-кодик. Ты просто и попробуешь, и ты просто сойдешь с ума от этого удобства, и ты не сможешь просто от этого отказаться. Ну и помимо этого, у них сейчас проходит эксклюзивный розыгрыш на 3 Bebrica, которые стилизированы под папку. Вот здесь будут скринчики, фоточки. Очень-очень все круто, красиво сделано. Поэтому просто за покупочку UC есть шанс их получить. Поэтому, родники, все зависит от тебя. На них ссылочку снизу оставил. Ты меня понял. Ну что вы скажете? Он ливнул! Он ливнул Дискорду, сучка! Почему всегда он выбивает ультимейт? Я говорю, мне везет он... как-то! Я не знаю, мне как-то везет! Мне как-то везет на эту хуйню! Мне как-то везет! Бля, наконец-то, хоть не такая уебищная прокачка, думал, вообще ужас будет. Ну да не хуй себе уже. Ну, можно как-то от этого отталкиваться. А ты прикинь, сейчас еще второй выпадет какой-нибудь. Пожалуйста, дай мне еще один ультимейт. Стоп, а ты знал то, что ультимейт, ну, он обменивается на один самоцвет, ты знал? Ты херню несешь сейчас. Да? То есть, мифический рюкзак и тот же самый ультимейт, оно обменивается на один самоцвет. Ультимейт на два. Ну, я когда выбивал ультимейт, оно обменивалось на один. Понимаешь, в чем здесь момент? Ты путаешь что-то. Ты очень сильно что-то путаешь. Не, бро, я не путаю. Ты не очень путаю. Сильно, нет, ты путаешь. Так, я выбивал уже отсюда ультимейт, и он обменялся на один кристаллик. Ну, может быть, если я ошибаюсь, ну, слушай, я выбивал не костюм, а выбивал вот эту вот хуйню. Сейчас я покажу. Вот эту вот. Ну, так понятное дело. Вот она на одну, да, обменивается? Ой, боже, втирает. Бля, ты посмотри, ой. Он завис нахуй. Она зависла. Ну-ка, вду ему. Сука, лучшая, блядь, рулетка нахуй. Блядь, а что такое с рулеткой, блядь? Ее сломал, нахуй. Ну, слушай, мне кажется, если мы еще заберем ему вторую ультимейт, то будет вообще классно. Нет, такого не будет. Почему? Ну, почему ты все время так пессимистично настраиваешься на прокачку, нахуй? Как еще раз? Пессимистично. Или ты даже не знаешь, что такое слово пессимист. Как еще раз? Пессимистично. Я понял, тебя. Я тебя, блядь, нахуй понял. Ёбаный гений, блядь. Это единственное, что ты делаешь у меня в ролике, это просто, блядь, клацаешь на ебучие эмоции, блядь, в Дискорде. Ну, неплохо. Что а что это за эмоция была только что? Какая эмоция? Вот это? А, вот я не знаю, как бабе на ногу кто-то, наступил, упал, блядь, хуй знает. Ну, слушай, блядь, почему они не могут сделать нормальную анимацию, сука, хоть какую-то долгую? У меня прокачка 24 минуты, а твою мы прокачку 50 минут, блядь, записывали на то же 41. Самое количество UC, блядь. 41. 41, блядь. 41, блядь. О! 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 Хорошо! Вот это мне нравится, но вот это уже другое дело. Вот это уже другое дело. Почему так раньше? Слушай, у нас уже 8, 9, 10, 11, 12 самоцветов. Погоди, а зачем ты будешь писать прокачка на 50 тысяч UC, если, в принципе, все UC ты тратишь в ультимейт? Нужно просто писать, открыл новый ультимейт подписчику. От тебя сегодня завозы ебанутые, нахуй, Степан. Просто самое лучшее, блядь. Сегодня ты в ударе, нахуй. Заебись! И еще один самоцвет. Лакер. Заебись! Меня забанили. Его забанили, нахуй. Отличный завозик, нахуй. Так, ну слушай, если мы в принципе все поменяем, а нужно еще 20. Нет, а не, блядь, не, я дурачок. Окей. Слушай, а сколько ему надо в целом посчитать, сколько ему нужен, чтобы прокачать эффект и докачательной формы? Значит, тут 4, 5. Нам все так видно. А, блядь, точно, я забыл. Считай, тут опять, тут 6, нахуй. То есть 11. 12 получается. Угу. Потом 11, тут еще 4, блядь. Ну, надо до эффектика 3. Прокачать. Ну, 20, 25. 25, да? Походу, такое чувство, что нам просто краски, блядь, даже не хватит. Ладно, короче, я думаю, что мы разберемся. Я просто потом у него спрошу, в целом, какие у него приоритеты, М-ка или калаш? Блин, ну и калаш, и М-ка классно. М-ка классно. Или Бэха? Кто? М-ка или Мерс? Мерседес, конечно. Ну, если ты в реальной жизни. Сколько? Фулл сет! Фулл комплект! Заебись! А тебе, напомню, нихуя не выпал. Нихуя, блядь. Вообще ничего. Понимаешь? Я не понимаю, как это работает. Почему меня везет? Почему? Почему везет у меня? Вот, честно, у меня какая-то мана просто на костюмы от ультимейт. Ну, просто мана какая-то. Вот, поэтому хорошо. Мне это очень нравится, что у нас уже... Фулл комплектик имеется, хорошо. Я вижу, ты, блядь, чисто пришел на мою прокачку просто, блядь, расстроенный, нахуй. Еще тут расстроился, нахуй, да? Меня забанили. Заебись, блядь, просто пиздец. Весь ролик, нахуй, меня забанили, блядь. Охуенно, нахуй, просто пиздец. А можно, пожалуйста, еще чуть-чуть? Блядь.
тупо все кристаллами. Так, слушай, у нас 11, 12. Ну, я думаю, до 300 тысяч мы добьем. Плюс сейчас 11 сюда прилетает. Отлично, это хорошо, это очень хорошо. До 300 тысяч мы добиваем. Ой, 300 тысяч. До 300 мы добиваем. Но я сомневаюсь, что ему хватит прокачать то и то. В целом, я думаю, что это на уровне невозможно. Но посмотрим. Я понял, еще и молик нахуй был. И ты опять как уебище позихнул. Да, на моем ролике, бля. В смысле? Ну ты только что сделал? Не знаю, я просто смотрю новый видос. Новый видос смотришь мой? Типа вот сейчас, типа? Да. Понял. Ну плюс ему еще прицельщик добили и вот эту... да ну на! Все выбил, бля! Просто все, что только можно с этой рулетки, бля, выбил. Все, что... Я король ультимейтов. Я король всех ультимейтов. Я король всех ультимейтов. Я король квадробера всех ультимейтов. И опять рулетка залагала, нахуй. Опять этот волк раком ко мне стоит. Ну вот, понюхай под хвостом. Я пошел. Так, хорошо. Это у нас все есть? Слушай, у нас еще остается 2000 UC. В принципе, до 350. Сейчас мы ему еще добьем. И будет... В следующий раз я с собой просто дробовик возьму на прокачку, чтобы тебе въебнить нахуй, когда ты будешь позихать. Все, заебись. Мы имеем 350 мини-самоцветов и 12 и волка огромный. В жопу. Я понял тебя. Ну, рюкзак ему нахуй не надо, я считаю. Это Мэри Поппинс. Слушай. Эмоция 100%. А мотоцикл? 100% железно. Блять, какой он охуенный. Заебись. Так ты можешь забрать все ультимейты. Могу. Можешь забрать все ультимейты. Почему? Я все могу. Ты реально можешь взять и забрать все. Так, давай сейчас... Ультимейт, чел. Ты прикинь, ты реально будешь ты единственный, кто на прокачке аккаунта подписчика забрал оба ультимейта. Ну, такое хоть раз у кого-то было. А желание подписчика прокачать калаш и эмку пошло, оно все нахуй, да? Да хватит тебе на калаш и эмку. Хватит? Да. Бро, а что для тебя приоритетнее, вкачивать эмку или вкачивать калаш? Скажи, пожалуйста. Он сказал, калаш ему до эффекта. Погнали ему сейчас до оповещения, и до эффекта ему не хватает всего лишь 2, поэтому погнали сейчас. Да я думаю, стоп, мы ему то и то прокачаем до эффекта. Блять, до эффекта попадания, поэтому... Ультимейт. Ультимейт. Погоди. Ультимейт. Подожди, не байт. И ему нужно еще 5. Да, нам хватает, прикинь, нам хватает. Мы ему сейчас все прокачаем, Тупо до эффекта ему еще. И будет вообще найс. Ультимейт. Подожди, не сбивай меня нахуй. Где материалы? 5 штучек сюда. И все, найс. И забираем ему еще, ебать. Ультимейт ему сюда, ему еще ультимейтик, ему еще забить. Все, заходим. А маску? Подожди. Маску мифическую за один ты обязан забрать. Маску мифическую за один. Забрать? Ну да, мне кажется, этот костюм без... Погоди, я когда прокачку делал, я же оставлял кристаллы, чтобы маску забрать. Я же ее не забрал. Да, ты ее не забрал. Как, там просто остались кристаллы? Ну, не, там не осталось ни... А, мы материалы. Да. Маску! Маску! 100%! Это да. А, то есть ты хочешь вот эту? Вот эту? Так, пул набор, 2 ультимейта и маску, еще одну мифическую. Вот эту маску, да? Да, это 100%. Окей, тогда хорошо, забираем ему. Ой, сюда ему еще. Хорошо, очень надо, забираем ему еще. А вообще мы делали подсчет, и тебе нужно было 25 материалов, чтобы докачать все пушки, которые он хотел. Нам бы краски бы не хватило, и по итогу нихуя. Поэтому мы еще ему до эффекта попадания улучшаем эмочку. Ну слушай, эта эмка реально до эффекта ее выше некуда прокачивать. Ну вот реально, потом она встает ну большим говном вот таким. Ну, она тебе нравится? Нет, сука, пришел и поспать на ролик на. Хорошо, эффекта мы ему здесь добили, и здесь эффект мы ему добили. Это гуд. С нашим заданием мы справились. Выбили ему 2 костюма, нахуй. 2 вот таких вот костюма. Потом выбили. Не выбил. Нет, ты не 2 костюма выбили. Выбил ты костюм один. Кстати, фуловый я его забрал. Фуловый. Угу. Потом забрали ему еще один ультимейт. Потом мы ему забрали еще один мифический костюм. Потом мы ему забрали еще охуительный корячок. Потом мы еще ему забрали ебаных нахуй. 2! О, Моти, кстати, классный, уверенный, охуенный. Блять, где она? А где эта тачка? Ты тупой? Блять, мы ему в натуре 2 забрали. Пиздец, и что, еще? А ну, переработать. А как ее? Переработать. А так можно? А зачем ты крутил, чтобы купить вторую? Другую, если ты его переработать, блять. Так ты... Почему ты сам... Блять, ты даже мне... Блять, ты на... Блять, да ну нахуй. Слушай, мы можем ему тогда одну прокачать? Да, давай. Давай? Давай. Это круто, это очень круто, да. А какую прокачиваем тогда? Желтую. Дачу. Так, получить автомобиль и вот эту, да? Или дачу? Да. Что? Что лучше, блядь? Ну, дачу. Вот эту? Дачу.
Вот, ну вот эта дача. Нет. Вот эта дача. Да. Хорошо. Забирай ему. Это ему. Не рада. Я знаю, потому что ты долб... Мы и подписчик за... говорил, тебе не нужно на машины перерабатывать. Что? Он мне такого ничего не говорил, блядь. Он говорил, не нужно на машины другие менять. Мог оставить монеты. Нет. И обтюнить их штуками всякими разными. Почему ты меня тогда забайтил, нахуй? Ты уебище. Ты сейчас просрал порядком на 10 вести, наверное, где-то. А, это мне... Это я со своим перепутал. Да. Ты... О, боже, блядь, такое... Но все равно ты в минус зашел. Короче, в любом случае, мы ему выбили 3 машины, одну из них, кстати, классную. Ну, это реально классная тачка. Ну, на самом деле. Ну, мне так кажется. Мне кажется, всем так кажется, что ты охуенная машина. Да, без рожек, ну и кому эти рожки нахуй всрались? В любом случае, я считаю, что за 50 тысяч мы выбили ему... И, в принципе, мне кажется, что то, что за 50 тысяч прокачка довольно годная получилась. Поэтому, родники, если ты хоть ровно такую же... Короче, и... блядь, да иди ты на... Я сбиваюсь, блядь. Прокачка на 50 тысяч UC, первая ссылочка снизу, перешел, подписался и, в принципе, красавчик. Все, с вами был я и секрет, который хотел всю прокачку спать. Всем биби.